Ёбаный нахуй, ты кто? Блять, это он меня испугался. Привет, у тебя яйца есть, я вижу, да? У меня тоже. Давай подружимся. Чурака. Что это такое, блять? Что это за окорочок, нахуй? С собой, чё? Давай, давай дружить будем. Давай я и ты. Ты так красиво бегаешь. Меня Шумору зовут, а тебя как? Эй, йоу! Всем привет, братишки и сестренки! С вами, как всегда, Шумору, и добро пожаловать в Desolate. Выживание на острове. И непростое выживание. Выживание-хоррор, как я понял. Значит, в Steam появляется эта игра. Я был очень занят другими записями видео. И вот сейчас пришло время посмотреть с тобой на новую выживалку. Посмотреть, так сказать, глубоко, понимаешь? Проникнуть внутрь, проникнуть в суть. Посмотреть на все баги, глюки, лаги. И напугает ли она меня или нет. Как я понимаю, это полноценное выживание, где нужно крафтить, чтобы выжить, питаться, пить. И здесь есть кооператив. Но к кооперативу мы перейдем попозже. Если тебе понравится и ты мне влепишь жирный лайк, то, возможно, Desolate я продолжу снимать, позову кого-нибудь, и мы снимем ее в коопе. Но это если тебе сильно понравится, в общем. Как бы, давай приступать, посмотрим, на что способна игра. Она от наших русских разработчиков, русскоязычных, по крайней мере, не знаю, Украина это или Россия. Но, тем не менее, Кастомизация! Господи, мы играем за немца? За немца Второй мировой? Все такие жесткие здесь, брутальные пацаны, посмотри, давай. Такой, вот так злого какого-нибудь надо. Ух ты, даже прически есть у них. Такие все прям жесткие. Жесткого бородача может создать какого-нибудь. Такого вот прям жесткого, да, вот так вот, шапка. Шапка-ушанка, нету шапки-ушанки, что ли? Эй, а эта шапка не работает? А нет, no head. Так, ладно, возраст. А куда же еще старее-то? Ну давай сделаем такого старитка дед... Цвет глаз. Да я сам кого хочешь напугаю с таким цветом глаз. Цвет волос. Вот это я понимаю. А чё я не могу цвет... Ладно, пускай будет такой вот. Ладно, давай создадим игру. Вы точно хотите пропустить пролог? Он ознакомит вас с базовым управлением, предысторией, событий на острове. Пролог не проходится в кооперативе. Я бы прошел пролог. Давай посмотрим. Раз уж мы оцениваем игру, давай посмотрим ее полноценно как бы. Как я понимаю, мы на острове... Это, Донал. Мы сделали это. Разные монстры. Это все в порядке, Дона. Все потрясающе. Виктор, послушай. Я всегда верила в тебя. Ты сделал то, что должен был. Но тебе нужно поскорее выбираться оттуда. Откуда? Комплекс может разрушиться в любую минуту. Я настроила сенсоры и попытаюсь помочь тебе, любимый. Они, скорее всего, уже любимый? Знают, что это ты. Будь осторожен. Будь осторожен, прошу тебя. А, значит, я любимый какой-то женщины. Она тоже жива, я тоже жив. И, значит, мы находимся в каком-то комплексе с тобой, да? У нас есть журнал. Журнал обновлен, вот написано так. Да здравствует новый свет. Я смог, это был долгий путь к цели и мечте. Наконец-то мое детище увидят все. Оно изменит планету, изменит человечество, а не согласных. Им не будет места в новом мире. Какой-то жесткий Виктор Огнен. Это, видимо, я, да? Так, значит, здесь меню крафтинга, насколько я понимаю. Самокруточку можно делать. Чё, ёпта? Травы? Подожди, а чё она делает, интересно, как бы? Самокруточка. Монстра увидел такой, да ну нахуй, блядь. Лучше я покурю и мимо пройду. Хоть веселее будет. Не знаю, подожди, но это интересно, интересно. Ладно, давай осмотримся, давай поймем, что здесь да как. Играется довольно приятно, FPS не скачет. Все как бы довольно стабильно и оптимизировано. Там кто-то пизда... Там два раза кто-то пизданулся. Слышал, да, такие два пиздюка упали вниз? Что такое вообще? Что происходит? Ладно, давай посмотрим, что здесь. Значит, сигналка 129, бла-бла-бла. Т-фонарь. Фонарь. У меня есть фонарь, и я не говно... Чё с челиком? Чувак? Чувак, ты жив? Живой? Я видел, ты руками шевелил, не обманывай меня! Можно за ногу его взять и оттащить? Нет, жалко, такой, да, такого взаимодействия здесь нет. Блять, извините, задел там кое-что. Ладно, хорошо. А значит... Я теперь четко вижу тебя на карте комплекса. Угу. Впереди тебя завалы. Угу. Другого пути нет. Придется преодолеть их. Хорошо, понял. Ты весь такой воодушевленный. Да, я такой. Я все понимаю, но осмотри себя. Нет ли ран или ссадин после взрыва? Нет ли ран или ссадин после взрыва? И каким образом я должен себя осмотреть, извините меня?
Да нет, вроде бы нормально. Ноги вижу свои. Так, что здесь? Здесь какие-то инструменты. Здесь мы погружаемся в шахту. Преодолеть завалы. Так, надеюсь, мы уже преодолеваем их, и я иду туда. А то сейчас заблужусь еще в этом комплексе. Двигаться дальше. Ух ты, ёб твою мать! Вы кто, пацаны? Это типа... А, это типа скримеров, да? То есть здесь я должен был напугаться. А, но они не страшные. Они не страшные. Донал, тут что-то странное. О, крыска. Что ты имеешь в виду? Погоди-ка. Там крыса бежит. Вижу. Не подходи к ней. Ну, что это, Дона? Что это такое? Я такого аномалия, никогда что ли? Еще не видел. Судя по датчикам, эта сущность излучает электромагнитные волны. Она может быть крайне опасна. Обойди ее, но предварительно брось что-нибудь издали, чтобы понять радиус действия. Так, а что я должен бросить? Крысу вот эту? Бросить камень. А вон крыса же бежит, она все видит. Крыса! Пизда крысе, я понял. Бросить камень. О, привет, таракан. Мистер таракан, как у тебя дела? Мне все заебись. Я здесь в игре меня поместили просто и ничего не делаю. Я должен, наверное, бегать, но мне забыли добавить анимацию бега, и у меня нет точек для искусственного интеллекта, чтобы бегать по кругу. Да ладно, мистер таракан, это как это так? Да. А, нерабочего таракана бросить камень в разрыв. А могу я это пропустить, как бы? Ну, не бросать камень в разрыв. Или мне обязательно сейчас нужно вернуться и бросить камень в разрыв? Во-первых, где мне найти камень? Спасибо. Здесь? Здесь? Где мне найти камень? А, бросок камня, господи. О. Это сталкер. Здравствуйте. Только там мы кидали болты, а здесь мы против аномалии кидаем, насколько я понимаю, камни, да? Нихуя себе, сказал я себе. Сидя у ясеня. Так. Дона, здесь объект 47, слышишь? О! Да. Мало мужик. Того, вижу. Он всех перехерачил, да? Ты ведь понимаешь, что это Хитман. Значит? Помнишь их реакцию на живых существ? Я поищу, чем защититься, если встречу их на пути к выходу. Не переживай. Раздражаемого. Может, психанет. Стекло разобьет, не? Не, ничего не стал делать объект 47. Ладно, хорошо. Нам главное к объекту 47 не приходить, да? Как я понимаю, не подходить. Так. На Е почему-то... Чего? Я на Е ударил? А, это я на левую кнопку мыши ударил. Все, понятно. Это у меня защита, это у меня удар. Это что за мужчины? Какие-то лысые два мужчины. Они мертвые. И вокруг них что-то валяется. У. Ломик. На единичку я спокойно взял ломик. На двоечку у меня ничего нет. А каким образом мне единичку-двоечку выставлять, да? Почему оно на единичку встало само? Где у меня слоты? У меня нету слотов, да? Батанч! Никакой реакции. Ладно, побежали дальше. О, привет, мистер Крыска! Привет, ты куда собрался? Давай дружить! Дверь заблокирована. Дай мне 5 секунд. Дверь заблокирована. Готово. Вот хорошо иметь такую женщину, да? Она тебе все двери открывает. Все, что готово-то? О, спасибо большое. Так. Эти двери не открываются, эти двери не открываются. Здесь непонятно, что происходит. Там кто-то есть? Что было, блядь? Чувак! Возьми меня с собой, пожалуйста! Здесь страшно! Какой-то чувак отсюда выбрался по итогу, да? Донал, мне плохо. Черт знает что. О. Я вроде и не ранен. Здесь вечеринка была. Этого я и боялась. Постой-ка. Впереди тебя столовое помещение. Так, я, а за ним несколько терминалов пневмопочты. Понял. Двигайся туда, в пятый терминал. Я отправлю тебе аптечку. Поторопись. О, спасибо большое. Спасибо. Да, у меня половина хп. А вот таракашки, которые бегают. Привет, мистеры тараканы. Нихера себе в них мясо. Здесь можно, в принципе, не подбирать никакую еду, можно таракана расхерачить, у тебя белка хватит, чтобы выжить долго-долго. Ты на месте. В пятый, Виктор. Да, сейчас. А, в пятый. Здесь что-то. О, аптечка. Пожалуйста, можно использовать быстро. Ну, инвентарь довольно удобный, как бы. Ты можешь быстро войти в него, получается, и заюзать. Хорошо, а только кнопку надо поменять на Tab, а не на I. Привык на Tab. Везде, во всех играх себе Tab ставлю на инвентаре. Так, значит, а дальше что? А дальше что? А, мне нужно, наверное, заюзать, да? Забрать аптечку и перевязать раны его. Давай сделаем так, это. Так, намного лучше. Можно двигаться дальше. Прикольная тачка какая-то. Смотри. Интересная. Так, а журнал обновлен. Двигаться дальше. Это у меня дверь открылась? Или нет? Дона, или... Да, да, дверь открылась. Плотное облако газа. Можешь проверить, что это может быть?
Он что-то так разговаривает странно. Дона! Впереди плотное облако газа! Дона! Надеюсь, что это просто неполадки со связью. Да! Нужно задержать дыхание и быстро пробежать. Всего-то. Да. Если меня обнаружат, то убьют на месте. Сотрудники моего же конгломерата прострелят мне башку. Боже. Нужно добраться до противоположного края. Сейчас я сделаю это. Пробраться через патрули НС. Дона, помоги мне. Здесь патрули Дона. Актеры озвучки. Великолепный Дона. Так, там один. Сейчас я возьму свою монтировку и проберусь, и никто не помешает мне, Дона. Блять, зачем? Ну зачем? Ну почему? Ну разве это естественное? Ну, блять, ну вот всегда вот это вот прям в играх. Ну. Чё ты, кто это? Чё за гномы, блять? Чё, блять? Давай, нахуй! Давай, блять! Пиздиться! Давай пиздиться! В чём вопрос-то, нахуй? Ау, блять! Тихо, ты куда пошел нахуй? Перевязаться он решил. Че, давай, блядь. Давай, дерзкий, как пули резкий. Я понял вас. Ранен. Че это за пацаны вообще? Ранен, блядь. Че такое? Че ты танцуешь или ты... А, ты блокируешь. Dance now. Like Владимир Белочкин. Куда нахуй пошел, блядь? Мы только... Так смешно, сука. Великолепно, блядь. Это нравится. Чувак, я тебя сзади бью. Нихуя себе. Это что было? Это как ты сделал? Чувак, я сзади. Чувак, я позади тебя, чувак. Я позади тебя, блядь. Челик, я бью тебя сзади, да. Только не говори мне, что ты... О, обыск рядовой. Хорошо, а что это такое? Бам-бам-бам-бам. Непонятно, что так, что у того было рядового, интересно мне. У них тут... О, мини-аптечка есть. Какая-то мини-аптечка. Блин, здесь столько всего интересного. Подожди, что-то лута так много. А плечевая нашивка НС. А зачем она мне нужна? Я не знаю. Бита 153, минус 7% к урону. У меня сейчас 72. Подожди. Я вот эту хочу использовать биту. А у меня сейчас вот это стоит, да? Блин, я не знаю, как это использовать. Но вот это вот я использую. Давай попробуем. Так, подожди, на двоечку. На троечку. Мне хочется пить и кушать, насколько я понимаю, да? Пробраться через патрули НС. По факту я пробрался через патрули НС. Я даже не знаю, что мне лучше использовать. Это очень плохо. Бытовые радио только и говорят о том, что мы с тобой преступники. Если нас поймают... Даже не думай об этом. Это что там за челик такой? Нарик какой-то. Я скоро тоже буду рядом, и мы вместе увидим, как наш мир перевоплотится в нечто прекрасное и совершенное. Стоп! Что? Ты не хочешь этого? Ты не понял. Я засекла впереди какое-то движение. Это 47-й объект. Только этого мне не хватало. Его можно обойти? Нет. Это единственный проход. Ну что же. Придется разобраться со своим творением. Только осторожней. Да. Пожалуйста. Донна. Ну что же. Придется разобраться со своим творением. О, какой он такой весь, ебать, блядь, жесткий. Давай, блядь. О, мое творение. Мне уже страшно, безумец. Как странно. Конечно, блядь, странно, тебя по башке бьют. О, там травка, по-моему, да? Я. Со мной все в порядке. Да. Куда дальше, Донал? Секунду. Так, здесь дверь заперта и... Я хочу еще, Донал. Мне нет доступа. Как же ты выберешься? Погоди, дай-ка подумать. Там должен быть запасной генератор на случай аварии. Тебе нужно запитать его, чтобы дверь открылась. Я не помню плана. Что там? За дверью? Что там? Свобода, Виктор. Да ладно, Донна. Как мне включить этот генератор, Донна? Журнал обновлен. Здесь есть двери. И еще двери. Донна, но ты не сказала, где генератор, Донна.
Блять! Я этого не выдержу, подожди. Ладно, возможно, все хорошо, возможно, игра хорошая. Возможно, все прекрасно на самом деле. Просто актеров озвучки немножечко не те. Ну, понимаешь, бывает такое, когда вот, ну, недопоняли друг друга. Хотели сделать эпичного пиздюка какого-то. Вот это вот у нас почему-то в инди-проектах особенно развита вот эта вот эпичность, блять, в актерах. Я не знаю почему, как будто все хотят вот так вот быть таким героем, Донна. Блять, где включить генератор? Где включить генератор? Вот в чем вопрос. Ой, блять. Ладно, ладно. Это мы спишем на то, что игра. Да подожди, мы уже разбирались, съем ты, блять. Я уже пиздил такого, как ты здесь оказался. Уже другой какой-то, понимаешь? Точка респауна, что ли, чувак? Можно фармить их, получается, да? Об машинки какие-то, аптечки, это что такое? Я не знаю, что я здесь хаваю, что я здесь не хаваю, что мне здесь надо, что это за машинка и зачем она мне нужна. Но, ладно, это что? А, энергоячейка. Видимо, мне нужно вот сюда вот вставить. И я понял. Донна, пройти по мосту и войти в лифт. По какому мосту? А, я вижу. Так, сейчас будет связь по радио. Я это сделал. Я должен был. Это мое предназначение. Я в лифте, Донна. Они, конечно, думают, что для них все самое страшное уже случилось. Как же они ошибаются? Как же... Они ошибаются. Дизелейт. Донна. Ладно, давай посмотрим. Все что ли? Это был пролог. Хорошо, мы... Получается, обучение. Соло, средний, легко, открытый. Ну давай соло, мир сделаем просто, посмотрим, что это такое. Пролог, что я могу сказать? Ну, актеров в прологе, конечно, ну, такой любопытный вообще везде. Доброволец, на связи 400-й. Я твой куратор. Моя задача — контролировать твою деятельность на граничном. В том числе я буду давать тебе миссии от конгломерата «Новый свет». Сейчас ты находишься в бункере «Альфа», одно из самых безопасных Альфа. Мест на острове. Чтобы выйти наружу, тебе необходимо найти карту доступа. Карту доступа. Эти чуваки все постоянно озвучивали рекламу. И тут им сдали как бы работу по озвучке как актера. Но рекламный голос, рекламная подача, она никуда не пропала. 555-3322. Новый универсальный Land Cruiser Prado. Гарантия качества, технологии, низкие цены. Зачем, блять? Прости. Прости. Если, уважаемые разработчики, будете смотреть это видео от меня, ничего против вашей игры не имею. Но, ребята, ну актеры озвучки, ну они должны быть как актеры, понимаешь? И вот, блядь! Я просто очень серьезно к таким вещам отношусь. Здесь нужно, понимаешь, они должны проживать эту роль. И если у него есть роль, человек должен вжиться в нее, а не просто, блядь, озвучить как рекламный ролик на радио, понимаешь? Кто у вас там контролем качества занимается, блядь? Сейчас мне напишут, естественно, пиздюки. Сам сначала сделай игру, а потом говори. Ну, такие есть просто, да. Это я, как бы, я ничего против не имею. Но, ну, ёб твою мать, ну меня просто, ну, понимаешь, ну меня перед... Кого тоже передергивает от такого? Здравствуйте. Блять. Ладно, хорошо, я какой-то объект. Давайте теперь смотреть на игру. Надеюсь, больше со мной связываться никто не будет, чтобы меня не бомбануло нахуй. Так. Собака. 10. Ух ты! Доброволец. По датчикам я вижу, что дверь была открыта. Значит, ты выбрался. Пока что ты не можешь отвечать, так как двусторонняя связь была нарушена. Станция на острове не передает сигнал. Нужно узнать, что с ней. Она находится на маяке «Надежда». Ну, я здесь. Остров граничный. Со дня Х прошло уже 2 года. Наш мир изменился, он стал опасным, чужим. И все из-за этого безумца, черт бы его побрал. Записавшись в ряды добровольцев нового света,
Я хочу помочь нашей стране и всему миру вернуть все назад. Избавиться от всего ужасного, что наполнило планету. Избавиться от язвы, которую породил Огнен. Сюда, конечно, идут не только добровольцы, посылают и заключенных, но в каком-то смысле это верно, ведь они могут искупить свою вину, оправдать себя в глазах общества, доказать свою полезность. Граничный. Собака. Как бы это ни звучало, что самый ужасный из кругов ада на Земле. Именно здесь такая? Все собака, началось. Стой! Именно здесь, по задумке НЭТ, все можно вернуть назад. Смотри, там какой-то... На инструктажах нам сообщали, что опасность здесь таится за каждым углом. Погибнуть можно не только от существ, заполонивших остров, но и от болезней или так называемых паранормальных активностей. Пока слабо представляю, что же это такое, но нужно быть начеку. Большой минус, что мне дают чувака со своим характером, со своим голосом. То есть я такие выживалки, честно, вот не люблю, да? Я... Ух ты ж нахуй. Я сначала передернул. Мы все умрем. А что-то с пропорциями у людей не то, блядь. Это кто такие вообще? И что с ними произошло? Что с ним? Что с этим человеком не так? Что-то с ним явно не так. Что с пропорциями-то, ёб твою мать? Анатомию ты, что ли, не учил в своем дворце? Что это, блядь, за ручище, нахуй? Или это монстры, демоны, мутанты? У него руки длиннее, чем ноги, блядь! На кого эти манекены? Что здесь произошло? Вот о чем я говорил. Я не очень люблю, когда мне дают протагониста и озвучивают его голосом. Я не чувствую себя собой в игре, понимаешь? Я люблю отыгрывать собственную роль, поэтому вот... Как бы вот это вот уже, честно... Ну так очень интересно, понимаешь, все выглядит, когда новая выживалочка, это безумно интересно. То есть, какие опасности? Понятно, что игра еще в раннем доступе, да, в ранней. Вот здесь аномалия а-ля Сталкер, да? По-моему, мы уже подобное говнецо с тобой видели. Я, нет, ну в смысле не говнецо, а как бы... Все пытаются взять частичку Сталкера и внести ее в игру на выживание. Конечно, это может сыграть на любителях Сталкера, но... Ёбаный нахуй, ты кто? Блять, это он меня испугался? Или я его? Маленький! Привет! Чурака! Привет! Привет! Привет, давай дружить! А могу я с него добыть мясо, интересно? А ну иди сюда, нахуй! А у меня ничего нету, да? Привет! У тебя яйца есть, я вижу, да? У меня тоже. Давай подружимся. Чурака! Что это такое, блядь? Что это за окорочок, нахуй? Собой, чё? Давай, давай дружить будем. Давай, я и ты. Ты так красиво бегаешь. Меня Шумору зовут, а тебя как? Я Чурака. Сука. Ты кто? Давай дружить, говорю. О. Ёб твою мать. Да я, блядь, и не это как бы. Ты там вон, пиздани лошадь вот эту. Тебе не скрыться. Блять, как же здесь все... О, это что такое? Это кто такие? Здесь что-то, знаешь, столько живности много. А различные как бы. Ну давай попробуем полутаться здесь. Здесь челик. Ёб твою мать. Как же это все жестко выглядит. Обыск, шкафчик. Так, мы можем все лутать. У нас есть первый предмет. Вот это вот интересно. Хорошо, мы полутали, да? То есть мы можем лутать, находить какие-то предметы. Это всегда интересно в подобных играх. Значит, лутание — это прекрасно. Так, а там что? Давай сейчас здесь все обыщем, попробуем напасть на кого-нибудь вообще. А насколько я понял из описания, да, разработчики нам дают вот как раз такой элемент выживания. О, сковородка из Battlegrounds. А нам дают, соответственно, элемент выживания на острове. То есть наша задача здесь выжить и... Вот сейчас у меня есть задача найти маяк «Надежда» в квадрате F8. Помимо того, что это survival, насколько я прочитал, да, здесь вовсю используются элементы сюжетной линии. Ну как элементы? Здесь полноценная сюжетная линия, но выживаешь ты здесь и свой путь простраиваешь как хочешь. А единственное... Ты кто нахуй? Давай нахуй! Дарк! На тебе, блядь! Опасно! Давай! Оба, давай! Давай! Получено очко умений, уровень повышен? Что?
Подожди, это как понять? Съесть мы можем Сайру съесть, да? Я сытый. Тревога, лечить. А он покурил, перекурил. Я сам как зомбарь, посмотри. Так, подожди, а что у меня за уровень умения вот повысился? Вот это вот интересно. Экипировка, умения. А, вот он, крафт, бой, очки, умений 1. Крафт, бой. Что такое? Скорость восстановления выносливости увеличивается на 20%. Все, понял. То есть мы с тобой одно очко умений в легкоатлет вложили, да? Большие и легкие. И выживание еще здесь. Что? Вероятность издать случайный шум снижается на 20%. То есть, короче, если мы шумим, получается, да, на нас могут напасть вот эти вот демоны-вонючки, гады, негодяи. И как бы нам придется с ними справляться. Это кто нахуй? Кто такое? Это кит огромный! Ёб твою мать, что из него здесь? А чем он порос? Что это за мистер Кит такой? Кто это нахуй? Чё? Кто это сказал нахуй? Кто это пизданул, блядь? Здесь кто-то есть, я здесь не один. Так, спокойно. Журнал обновленный. Так. Хорошо, чекаем-то, слышал, да? Там он сказал, она девочка какая-то. Ты меня слышишь? Вот это было реально крипово. Вот это вот реально было крипово. Вот когда такие элементы вводят в игры, больше такого, пожалуйста. Больше таких неожиданных вообще ни хрена непонятных вещей. Мне нужно добраться до какого-то маяка, да? Насколько я понимаю. Ух ты. Чего? Она сказала, я тебя нашла? Что это было, блядь? Ух ты ж нахуй! Это кто там? А вот это атмосферное. Вот это криповое и атмосферное. Это лохнесское чудовище. Это хейтер на ножках. А что он здесь делает? Патрулирует территорию? Пирс, Южная бухта. Early gameplay. Слушай, ну так-то интересненько. Поизучать новый мир, это интересненько, да? Слава богу, актеры озвучки закончились. Девушка хорошо озвучивала, мне довольно нормально понравилось, немножко переиграно, но тем не менее. А вот мужчины здесь, конечно, главный герой тоже какой-то непонятный, блядь. Какое у него было там настроение, тоже непонятно, он его передал. То ли напуганный, то ли не напуганный, то ли... Здесь еще телевизоры есть, да? Обыскать холодильник. О, здесь хавчик есть. Там кто-то болтал со мной. А мне нравится то, что монстры здесь болтают, да? То есть при приближении пиздюка... Ты со мной там? И сюда, нахуй! Да-да, блядь, съем ты глаза. У вас хп нихуя нет, чтоб съесть мои глаза. Пиздюки. Вонючие, блядь. Получена травма. Хуй-то там. Меня просто так не забрать, нахуй. Чё там у тебя было? Так, значит, лутаемся. Лутаемся. И здесь, видимо, ничего нет. Я съем твои глаза, говорит он мне. Так, подожди-ка. Еще раз вот сюда вот перейдем. Бла-бла-бла, статус есть. Но я сытый, в принципе, да? У меня прохлады лечить. Мне нечем лечить прохладу, и мне нечем... Да сколько здесь монстров-то, ёб твою мать! Мне здесь постоянно драться нужно с кем-то! Собака, ты чё? Давай, покажи свой лучший удар. Охуенно. Опасно. Опасная собака. Очень опасная. Опасная просто пипец. Дорк, интересно, здесь костры же можно тоже, наверное, делать, да? Здесь, скорее всего, очень много разных вещей можно мутить. Какие места здесь сладкие? По луту, интересно. Ёб твою мать. С этим чуваком что-то не то. Либо он сам повесился, либо его повесили. Непонятно по истории. Мне нужно добраться до маяка. То есть, по факту, мне нужно идти строго на маяк, да? Наполнить раковину? А что я наполнил сейчас? Я попил из раковины или что я сделал? Так, это тоже мне непонятно пока немножечко. Хорошо. Мне нужен маяк.
маяк. У меня есть карта. А, у меня есть карта, ёб твою мать. И вот он маяк, по факту. То есть мне нужно просто бежать по дороге вот по этой. Ну, давай пробежимся туда. Осмотрим вообще окрестности. Довольно темно, благо фонарик есть. Так, он один? Надеюсь, он один. Потому что там тоже, блядь, ну это очковенько. Давай. Хорошо. Хорошо, здесь мы пролутали, значит, дорого. Ладно, побежали на маячок. Посмотрим, что там. Ой, это аномалия, смотри. То есть по аномалиям все понятно. Так, один момент, пожалуйста. Блять, извините меня, пожалуйста. У меня там телефонный звонок важный был. И, блядь, на меня напали собаки! На меня напали собаки! Короче, это полная жопа, пока я болтал. У меня все очень плохо. Все очень плохо. Я не знаю, что делать. Походу, мне пиздец сейчас придет. Я не знаю, жажда, пить, есть. Господи, почему меня коцает? Неужели я не дойду до маяка? Я должен добежать до маяка. Все, что мне нужно, это добежать. Внимание, по нашим данным, возможно возникновение вредного излучения. Рекомендуется избегать получения травм и открытых ран. А, блядь! Зачем я взял телефон, когда не надо. И там еще монстры! Да кто что за обезьяна? Что за челобезия? А, это та же собака. Это та же собака, не идем на нее. А здесь, значит, киты. Это мистер киты. Мы дадим им пизды. Да, вон там маяк машет. А что я могу сказать, да, вот спустя определенное время выживания. Атмосфера в игре присутствует своя. Но это не что-то такое прямо особенное, знаешь, монстры такие ватненькие, сухие, пластиковые, тебе от них не страшно. А по сути я прочитал, что это хоррор выживания, да, и здесь должно очко с жим-жим. Ну, блядь, ну да, он страшно выглядит, но только как бы внешечка. Тихо! Тихо, блядь! Только внешечка! Знаешь, почему я начал подводить такой итог? Потому что я чувствую, что получаю пизды, и сейчас мне придется начать все заново. Иначе все пропало. Ну, в принципе, я посмотрел достаточно. Сюжетную линию я и не планировал, понимаешь, проходить. Давай, пока у нас есть время. Значит, монстров дохуя в этой игре. Они все злые. Они пытаются тебя пиздануть. Нужно пить, есть. У меня практически нет хп. Иди нахуй. Вот, и, соответственно, что можно еще сказать? Какие выводы? Блять, пока у меня так мало времени, у меня хп слишком мало. Да, значит, а если тебе понравится, я попробую с кем-нибудь из своих друзей повыживать здесь. Но, как бы, я не вижу здесь... страхоты, понимаешь? Я привык видеть страхоту. То есть мне должно было бы быть страшно, очково и сложно. То есть если бы каждый монстр практически ваншотил бы тебя. А да, а там можно было выбрать сложность. Ой, маленький мой, привет, чурака! Чурака, проводи меня до маяка, чурака! Проводишь? Это же я, Шиморо! Иди нахуй! В смысле, чурака? Я не знаю, что с той собакой не так. Как бы... Но что-то с ней не так явно. Да, что можно сказать еще? Да. Начало для альфа-версии. Это довольно интересно. Я думаю, проект можно развить вообще в различных направлениях, да? То есть игра может стать реально интересной. Но сложности в ней не хватает. Если разработчики бы хотели сделать наподобие что-то сталкера со своим миром, должна присутствовать сложность и хардкорность. Это очень нравится многим игрокам. И, конечно, целевая аудитория пиздюков сразу же отлетит, потому что им будет тяжело играть, знаешь, в эту игру. Но ребята, которые постарше, им будет интересно. Вот если бы каждый метр, на каждом метре меня подстерегала опасность. Ёб твою мать, как понять этого человека? Это человек или что у него, как будто маска свиньи какая-то. Если бы на каждом метре меня подстерегала опасность... то я бы, наверное, да, ну, сказал бы, что, блядь, вот это реально крутая игра, потому что здесь, блядь, надо избегать реально противника. А так я даже не боюсь с ними драться, понимаешь? А то есть, вот в этом проблема. То есть, если бы я боялся с ними сражаться, то было бы значительно... Нихера ему размазали здесь. Ох, нихера здесь, ой-ой-ой-ой-ой! Что здесь произошло? Что здесь? Беги! Показывает пальцем. А это он писал пальцем. Дверь закрыть можно? Нет. А, вот. И хотелось бы чего-нибудь такого, понимаешь, прям сложного, чтобы прям очко жим-жим. Но не чувствую я вот этого. Не чувствую я, к сожалению. То есть обычно, когда игруха цепляет, она прям цепляет. Вот. Ну, возможно, будет большое будущее игры. А возможно и нет. Зачем мне куклы? Деревянный ящик. Мне, пожалуйста, этот... Медикаменты здесь. Аптечка есть у вас где-нибудь? Мне подлечиться, пожалуйста, надо.
Мне подлечиться надо, чтобы понять всю суть, как говорится. Осмотреть станцию связи. То есть сейчас мы поднимаемся на маяк с тобой и выполняем как раз вот эту вот первую задачу, которая у нас имеется. Зажигалка, какие-то планы, новые рецепты мы получаем, да? Сейчас мы поднимаемся на самый маяк. Он слепит нам лицо. И ничего не происходит. В принципе, больше. Все, мы осмотрели станцию связи или нет? Что здесь за постеры? Честным трудом мы строим будущее. Альтернативная энергетика сохраняет мир. Дона. Дона, ты на связи, Дона. Ты меня слышишь, Дона? Видимо, нет, Дона. Я нахожусь на старом-старом маяке. Пока я бежал сюда, Дона, на меня напали три гондона. Я практически убил их, Дона. Но я чувствую, что не смогу найти аптечки, Дона. Этот маяк станет моим последним пристанищем, Дона. Знаешь, специально для тебя я буду считать на стене дни. И как только мел закончится, Дона, ты найдешь меня именно там. Ищи меня прямо на лестнице, Дона. Я буду лежать под маяком, Дона. Беги. Ну что, на этом мы закончим с тобой обзор. Я думаю, чтобы прям полноценно понять все-все-все, ну я в принципе понял, да, шмоток много, предметов много, надо искать, надо смотреть, монстры легкие, к сожалению. И дивный мир мы сотворим, мы выбираем дорогу к новому свету. Извини, так вот, и соответственно, надо смотреть. Я думаю, надо дождаться, пока разработчики нормальное что-то сделают, я имею в виду. Ну, чтобы было интересно, понимаешь, чтобы цепляло. Бегаешь, бегаешь, собираешь лут, но этого недостаточно сейчас для современных игр. Вот. Но по оптимизации, по управлению, по звуковому сопровождению, очень хорошо. Очень хорошо, мне понравилось. Мой первый взгляд основан как раз на этом. Я даю оценку игре. Как, можно сказать, с позиции, может быть, небольшой критики, может нет, но больше с позиции своего видения геймплея в таких играх. И... Ребята, напишите мне, пожалуйста, напиши мне, братишка, свое мнение. Что тебе здесь понравилось, что не понравилось, как бы. Потому что выживалки — это очень ценные игры для меня, по крайней мере. Потому что я люблю этот жанр. У меня их много выходило на канале всегда. У меня большой опыт в этих играх. И я знаю, чего нужно от будущей выживалки, которая может быть интересна людям. Но свое мнение я высказал. Напиши мне свое. Это был Desolate. Shimoro. Всем пока и до новых встреч. Муа.